Работай как с бабой. О, всегда поменять. Ведьмак, можно вас? Рана выглядит паршиво. На твоем месте я бы ее поскорее обработал, пока не загноилась. Будь мне нужен медицинский совет, я б знахаря позвал. А вы на него совсем не похожи. Ха. Если б ты хотел помощи, ты бы не стал грубить. Ведьмак и отказать может. Простите, мне жуть как больно. Вот и шутки негодные. В пещере поселилась какая-то дрянь, так я едва ноги унес. Я ее под склад присмотрел, пещеру эту. Так может, гляните, кто там засел? Я мог бы посмотреть, что к чему. Не бесплатно. Справедливо. Я подумаю, что можно сделать. Жди здесь. И займись лучше раной. У меня руки трясутся. Интересно, что здесь случилось? Thank you.
Ну и что? Как? Так что, гляните, что там у меня на складе? Я уже совсем разобрался. Там была пара скалопендроморфов. Ага. И что мне делать, чтобы туда больше никто не залез? Не знаю. Я чудовищ убиваю, отгонять их не умею. Ну зачем так резко? Вы мне помогли. За это я вам дам скидку на весь мой товар. Заходите дня через два. Посмотрите, какой я склад тут устрою. Мне пора. До встречи. Подфартило тебе в гвинт на турнире. Только и всего. А-а-а!